Как следует из материалов дела, обвиняемый заключал фиктивные муниципальные контракты на вывоз твердых бытовых отходов, пожарную опашку и уборку снега со своей дочерью, являющейся индивидуальным предпринимателем. При этом необходимая техника и работники для исполнения указанных контрактов у подрядчика отсутствовали, подтверждение фактического проведения указанных работ не имелось. По этой схеме экс-глава поселения получил 250 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Ленинского района, после которой советом депутатов Рассветинского сельского поселения полномочия главы были прекращены. Вину в содеянном бывший чиновник полностью признал.